Добрый день всем. Меховое ателье приветствует вас. Ремонт мехового воротничка из кролика. Вот так он. Он пристегивающийся на курточке. Так вот он износился у нас. И мы подобрали под него вот такую лису. Подволка. Цвет лисы. Будет замечательный, красивый, пушистый. И вот готовый результат замены воротничка. Сделали мы лисий воротничок с лисьей шкурки. Ну, то есть это как опушка на мужскую курточку. И вот так вот он выглядит на столе. Такой красивенький. Здесь вернули ту же подкладку. И такой красивый воротничок. Кому нравится наша работа, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!